Простейший прибор, с помощью которого можно измерять скорость ветра, это ветромерная доска. Чем быстрее дует ветер, тем больше его напор, тем сильнее доска отклоняется от вертикального положения. Еще один прибор, применяемый метеорологами, это чашечный анимометр. Чем быстрее дует ветер, тем быстрее вращается крыльчатка, а прибор пересчитывает ее обороты в скорость ветра. Измерять по силе напора можно не только скорость ветра, но и скорость водяного потока. Французский инженер Анри Пито интересовался, какую скорость имеют воды реки в глубине от ее поверхности. Но как измерить эту скорость? Для этого Пито взял длинную стеклянную трубку с загнутым концом и опустил ее в воду на нужную глубину. Если бы река не текла, Уровень воды внутри трубки совпадал бы с уровнем воды снаружи. Но поток воды напирает на воду в загнутом конце трубки и создает дополнительное давление, которое подпирает воду в вертикальном колене трубки. Чтобы рассчитать это давление, воспользуемся законом Бернули, который говорит, что сумма статического давления и динамического напора вдоль линии тока остается постоянной. Непосредственно перед входом в трубку скорость воды равна нулю, поэтому динамический напор равен ρv квадрат пополам. Этот избыток давления уравновешивается гидростатическим давлением ρgh. Отсюда находим связь между высотой h и скоростью v. Знакомая формула, не правда ли? Тело, подброшенное вертикально вверх со скоростью v, подлетело бы как раз на такую высоту. Ведь закон Бернули – это не что иное, как закон сохранения энергии для течения воды или газа. Измерим методом ПИТО скорость струи воды, текущей из-под крана. Возьмем мерную стеклянную трубку, которой через колено присоединим еще одну тонкую трубку – пробник. Введем эту трубочку в струю воды и увидим, что вода в мерной трубке поднялась выше обреза пробной трубки. Зная разность уровней, можно сразу же определять скорость воды, поэтому шкала прибора проградуирована в метрах в секунду. Трубка ПИТО, установленная на самолете или вертолете, работает на таком же принципе измерения разности давлений. Давление на входе трубки складывается из статического давления воздуха и давления, создаваемого скоростным напором. А вот эти отверстия на боковой стенке трубки предназначены для измерения статического давления. Зная разность двух давлений и плотность воздуха на данной высоте, можно рассчитать скорость летательного аппарата относительно воздуха. Эта трубка работает в точности по такому же принципу. У нее есть центральные отверстия, которые надо направить в сторону набегающего потока, и боковые отверстия, которые будут измерять статическое давление воздуха. Трубка подсоединена к датчику, измеряющему разность давлений и пересчитывающему ее в скорость воздушного потока. Включим воздуходувку и постепенно нарастим скорость воздушного потока. В этом месте она равна 15 метрам в секунду. Приблизим трубку к соплу. Непосредственно на выходе из него скорость воздуха достигает 60 метров в секунду. Это больше 200 километров в час. С такой скоростью дует настоящий ураганный ветер.